Можно сделать заголовок, что ты забил забиту. Да. Резван Магомедов сказали, что такое хорошее предложение за Беллатор. На 4 боя. И гонорар тоже очень хороший был. Себичный контракт даже рядом не стоит. Твой такой самый серьезный соперник Петр Ян скоро будет защищать свой титул чемпиона первый раз. И хочется, чтобы ты дал какой-то свой прогноз по поводу его боя с Алджимейном Стерлингом. 2 года без заработка тяжело. С кем-нибудь из известных ребят, казахстанских бойцов, вы успели потренироваться? Я просто видел, что в Алматы сейчас был и Дамир Исмагулов, вот боец UFC. Да, мы так с ним пересекались на ужин. Там. Если мы заходим подраться, я в зале с ним подружусь. Или на улице. Только за Биту не говорите. Если он не посмотрит это интервью, то окей. Друзья, перед началом этого интервью не реклама, а рекомендация. У Вестника ММА появился свой телеграм-канал. Вот он, смотрите. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канале Вестника ММА. Будет очень много интересной, свежей информации. Конечно же, инсайдики, новости и много другого, что вы любите. Подписывайтесь. Вестник ММА в телеграме. Сегодня в гостях у Вестника ММА боец Беллатор Магомед Магомедов. Магомед, приветствую. Приветствую, Миша. Магомед, ну расскажи, как прошел дебют в Беллатор? 2 года без боев, номер 2 в Америке лига. Как все прошло и какие ощущения? Ощущения самые хорошие. Я рад, что наконец-то вернулся в клетку. И самое главное, добыл победу, так как много людей ждало моего поединка. Потому что 2 года не дрался. И хотел показать и доказать, что со мной еще не покончено. А вообще, вот каково это для бойца 2 года без боев просидеть? По-любому там всякие, мне кажется, в голову там лезут грустные мысли о завершении карьеры. И вот как тело отреагировало на то, что 2 года простоя? Была ли какая-то ржавчина, о которой многие рассказывают? Не, ржавчины, честно сказать, не было. Я потому что тренировался 2 года, как был, ожиданий был, на правильном питании сидел все время. И... А так это ждать, это больно. Скажи, это больно. Словами не передать. Ну, хочется драться, когда видишь, кто-то дерется, даже знакомых все дерется, хочется то есть самому войти в клетку, подраться. Ну, в конце концов, ну, заработать денег. Это же бизнес, как работа. И 2 года без заработка тяжело. Что по поводу весогонки? Организм же, он тоже отвыкает от этого. И весогонка для бойцов, для многих это намного процедура сложнее, чем сами бои. В этот раз как проходила она и сложно ли было гонять вес? Не, этот раз, честно сказать, самая легкая весогонка была у меня. Мне помогал. Ну, мне помогали Тимур Валиев, Забит, потом Мансур Чакаев, они рядом стояли, там, диету, там, все было все расписано, и без проблем, честно говоря, согнал. Там, концовка всегда тяжелая бывает, а так у меня такой проблем нет, что с весогонкой, что там, так сказать, чтобы так сильно переживал за это. Я на этот вес, я не могу сказать, что я большой. Я средний на этот вес, и у меня особо проблем не бывает. 7-8 килограмм гонять, это не так много. Какой вообще контракт с Беллатор у тебя? Он на какое-то количество боев или на какое-то время? Просто вот многие бойцы Беллатор из России, у них есть такая проблема, что им дают всего 2 боя в год. Тебя это вообще устроит? И какие у вас еще контрактные обязательства? У меня на время, да, у меня, если не ошибаюсь, 1,5 года у меня контракт, ну, 4 боя. И 2 боя в год это очень мало. Если организация даст, я бы в этом году даже закончил бы эти 4 боя. Ну, не буду торопиться, я сейчас, моя задача хочу подраться до Рамадана у нас. Месяц Рамадана, апрель начинается, хочу подраться, успеть. И отдохнуть и опять вернуться где-то в сентябре. Хочу драться как можно чаще, на версату упущенное.
Давай еще немножко по поводу боя поговорим. У тебя соперник был Матеуш Матос. Это парень тоже, который выступал в ACB и тоже успел подраться и с Петром Яном. Тебе было вообще забавно такое совпадение, что два бывших бойца ACB встречаются в итоге в Беллатор? Честно сказать, я, ну, первый бой я вообще хотел с кем-то хорошим подраться, ну, который имя сделался, Беллатор, с кем опытным хотел подраться. Ну, это мы, этот Матеус, он сам инициативу проявил, везде мне твиттер, везде вызов кидал. На это я ему не отвечал, не от того, что там неинтересен был, потому что у него публики особо нету, и там бессмысленно было что-то отвечать. Мне просто как его предложили, я сразу согласился. Если какая-нибудь там аудитория была бы, может, какой-то трешток, там что-то было бы, наверное, интересное. А так, то, что у меня аудитории мало было, я даже не отвечал. Просто когда мне предложили, я сразу согласился с ним подраться, потому что я не привык отказываться от боев. Наоборот, я обычно вызываю на бои, как-то непривычно было, что кто-то меня вызывает. И я сразу согласился. И получилось, как получилось. А вообще, вот ты смотрел уже ростер Беллатор в своем весе? Просто я там трех буквально бойцов знаю. Хуан Арчулета, потом Галлахер, известных ребят, он из Ирландии. И вот сейчас подписали Серджио Петиса. Есть кто-то еще интересный, кроме этих ребят? Есть там крепкие ребята есть, но не такими с именами, как эти ребята, которые там дерутся, такие с хорошими рекордами. И пока прям так не изучал, вот таких, как ты говоришь, таких, у кого имя есть, я так за ним присматриваю. Хочется с кем из них подраться. А вот как раз после яркого дебюта ты не думал начать газовать на того же Петиса, потому что Петис в России известный, ну, потому что все знают брата Серджио Энтони, и плюс еще тот же Галлахер, парень из Ирландии, тоже было, мне кажется, бы интересно бы с ним провести бой. Не думал, что уже начать как-то газовать в социальных сетях? Не то, что газовать, это, ну, бессмысленно, что газовать. До них тоже доберусь я, что там. Ну, недолго им осталось. Просто закинуть уже тоже какой-то, знаешь, там вызов в Инстаграм. У тебя достаточно много если подписчиков. Это, если это поможешь мне бой добиться, я, ну, сегодня же закинул бы. Но это я знаю, что это пока чуть рано еще газовать. Сейчас чуть рейтинг залечу, потом уже начну газовать. На них ничего смотреть, пусть сидят. Я хочу, ну, до пояса добраться. Мне поезд интересно, а по дороге они и так встретятся. Они тоже как-то, у них амбиции есть, титульные амбиции. Если хотят за титул драться, пусть сначала со мной столкнутся. А расскажи вообще, почему в итоге вышло подписание в Беллатор, и когда ты о нем вообще узнал? Просто 2 года ты сидел без боев, и ты даже не рассматривал никакие контракты от российских лиг, я просто вот не понимаю тоже. Все-таки как ты искал правильно, что ты боец, и тебе нужно этим зарабатывать на жизнь? Да, я, честно сказать, всю карьеру свою дерусь в России, и как-то российской организации не присматривал. И у меня закончился контракт с себе, и то, что они мне предложили контракт, новый контракт, ну, это такой, не то, что смешной, но такой нехороший контракт был. Я думаю, я больше денег стою, чем они мне предложили, потому что я там провел 8 поединков, и буквально у меня контракт не рос вообще. Как-то на одном месте стоял. Это. И как-то я принципиально уже не хотел с этой организацией подписывать. Хотя у меня с руководством только хорошие отношения. Не знаю, но так получилось. И хотел где-то за границей уже подраться. Я хотел UFC подписаться. Ждал UFC. И вот, ждал. И когда в Америке был, Али Абдул-Азиз, Резван Магомедов сказали, что такое хорошее предложение за Беллатор на 4 боя, и гонорар тоже очень хороший был. Себичный контракт даже рядом не стоит. И решили подписаться, потому что сейчас с UFC чуть тяжело подписаться, так как такой момент попал, когда много российских бойцов и пандемия плюс еще. И решил уже подписаться в Беллатор. А ты вообще следил, что происходило потом в ACB, в ACA, в вашем весе? Потом после тебя же стал там Рустам Керимов чемпионом, сейчас Дэниэл Альмейда. Ты следил вообще за всей этой ситуацией?
Не, я как закончил, я дрался на последней SCB-90. Она уже как организация поменялась, SCA. Это уже другая организация, грубо говоря. И да, я следил, конечно, мне интересно было. Рустама бой видел, который бразилец, который выиграл. Дудаев, их не боюсь, я смотрел. Интересно, на совесть дерется, интересно было смотреть. Шамиль Шахбулатов там хорошо начал газовать. И сейчас Магомед Бибулатов подключился. Я думаю, он, наверное, будет драться за пояс. Интересный поединок с этим бразильцем будет у него. Да, я думаю, хороший бой будет. Оба такие низкорослые и умеют драться, до конца дерутся. Я почему вот еще спрашиваю про это. Рустам Керимов, ну, его постигла похожая судьба на твою. Он также закончил свои отношения с Лигой ACA. И сейчас уже ты 2 года сидел без боев, он уже год сидит без боев. Есть вообще хоть какая-то вероятность, что он тоже подпишется в Bellator, так как в UFC сейчас, ну, огромные очереди стоят бойцов, как ты знаешь, и запроса на российских бойцов там особо нету, потому что ростер ими переполнен. Есть вообще такая вероятность, что вы, ну, не встретились там, да, в ACB, в ACA, хоть вы и одноклубники, что он подпишется тоже в Bellator, и у вас может быть бой, или такое невозможно? Маловероятно, потому что с одного клуба и как-то Америку ехать, и между собой драться как-то смешно будет. И если мы захотим подраться, я в зале с ним подружусь. Или на улице. Я думаю, Мурат столкнемся вообще. А так, я думаю, Рустам, у него хороший рекорд. Зрелищно дерется, хороший пацанов выигрывал. Я думаю, он без боев, без контракта точно не останется. Я думаю, он организациям, разным организациям интересен будет. Я как знаю, у него, ну, намерение тоже есть, у него UFC подписаться. Какие-то переговоры идут. И я думаю, все хорошо будет у Рустама. У тебя же тоже велись переговоры такое большое количество времени с UFC, и при этом ты тоже и зрелищный боец, и с хорошим рекордом, и имел звание чемпиона. Просто вот ты сейчас не жалеешь, что 2 года, ну, был в ожидании, не было смысла, например, подраться, где-то проводить бои. И тот же вопрос, как бы, да, его перенесем на остальных бойцов. Есть ли смысл ждать долгое время без боев, или все-таки лучше быть активным и постоянно выступать, пытаться? Да, хочется быть активным, конечно, но, как говорится, Миша, все, что происходит, все к лучшему, если это благо. То, что вот так 2 года не подрался, отдохнул. И да, это тяжело ждать, вот так смотреть, там, надежда. Переговоры были, и то дело, что, ну, отказа от UFC тоже не было. Я, ну, вроде бы интересен был, но просто, как они говорили, чуть подождать, и вот так затянулось 2 года. Переговоры само собой происходили. Я думаю, у меня и варианты были тоже разные, организации, одиночные бои провести. И я даже там подраться хотел, даже готов был бесплатно подраться, чтобы чуть жарче, ну, сбить. Бреви хотел подраться, там, Резин, там, вариант был, гран-при там вроде намечался. Я уже думал подраться, но не получилось, так не получилось. А так, я думаю, слонит уже ждать, если надо все время быть активным, стараться драться. Молодость уже проходит, уже потом время не вернешь. А так, то, что со мной, ну, 2 года не подрался, я думаю, наоборот, для меня к лучшему. Там свои моменты были. А вот ты с Матеушем во время боя, ну, ты очень крутой бой показал, и суплексы, ну, и темп. Ты себя чувствовал, ну, на каком-то пике карьеры, или там, условно, если бы этот бой бы состоялся 2 года назад, ты бы его провел бы еще более зрелищно и интересней, или все-таки твой уровень там еще подрос за это время? Не, само собой подрос. Я бою вообще себя чувствовал, как у себя, ну, на самом деле, как у себя дома, и вообще весь бой контролировал. Единственное, что не хватило, то, что мне чуть добивание, мало добиваний было, единственное. Это буду сейчас работать, исправлять. Боюсь, чуть добиваний хватало. А так все, в принципе, какой план был у меня, такой, как план состава у меня, как по маслу пошло. Но это бороться, был план бороться, и получилось свой план реализовать. А план составлял тебе... Маргенри, да, Мансур Учакаев, Маргенри. У нас такой план был,
возни устроить сразу же. Из-за этого я ему сразу ногу прыгнул. Мне, моя задача была, ну, первым же раундом схватиться с ним. Потому что соперник такой бьющий, и чтобы чуть подзабить. Но я готов был с ним и со стойки драться, честно сказать. Я большую часть подготовки провел, ну, как под ударку. И когда именно его соперника дали, я уже начал чуть под борьбу подстраивать. А так со стойки тоже настучать ног ему. Если говорить про, условно, твою карьеру, у тебя уже возраст, ну, небольшой, но для бойца довольно солидный. Есть куда расти или сейчас ты на пике находишься своих возможностей? Да, конечно, нет, на пике точно не нахожусь еще. Я думаю, я не открылся еще полностью. Mm-hmm. И я думаю, еще год-два покажу. Mm-hmm. Покажу себя. У тебя недавно был пост в Инстаграме, что скоро ты вернешься в дело. Это вот уже есть какие-то переговоры о следующем бое? То есть до апреля ты точно проведешь бой? Или все-таки это просто твое желание? Ну, это мое желание тоже. И само собой, у меня есть договоренность, что я подержусь. И примерно соперник тоже есть. И я думаю, ну, где-то до апреля вы увидите меня опять в клетке. И с визой у тебя все в порядке, да, она еще на долго действует? Визу, да, я как раз вот, я сейчас нахожусь в Узбекистане, а так я был в Казахстане, в гостях, и заодно как раз я рабочую визу получил в Казахстане, так что с визой все в порядке. Отлично. Я как раз хотел с тобой поговорить по поводу поездки в Казахстан и в Узбекистан. Ну, ты уже рассказал основную причину. А что вы еще там делали? Я так понял, что вы участвовали в каком-то чемпионате по футболу. Еще что-то делали, да? Да. Да, мы там братьям ездили. Мы забитым вот так периодически ездим. И там есть братские команды, когда мы с собой постоянно играем. И футбол. И забитым. Другой команде, я против забита, и там такая конкуренция бывает. Где бы мы ни находились, стабильно вот так играем в футбол. И опять такой матч состоялся там в Казахстане. Как я понял, ты выиграл, да? Как забит. Да. Ну там чуть суета была. Ну, по первому таймингу 6-5 мы там выиграли. Дальше не буду рассказывать, что было. Ничего себе. Можно сделать заголовок, что ты забил забиту? Да, один гол точно мой был. Интересно. Только забиту не говорите. Ну, если он не посмотрит это интервью, то окей. Да. А сколько ты времени провел в Казахстане? Ну, это где-то 5 провел в Казахстане. И хорошо время провел, отдохнул, баркал братьям из Казахстана, которые встретили нас за такое гостеприимство. Кроме футбола, какие-то тренировки у вас были? Вы вот в местных залах тренировались казахстанских? Да, мы тренировались. Это больше на Мансур и Хасан там пораньше чуть поехали и такой на сборах были. Они в горах на сборах были, на неделю поехали там, и мы с Забитом как подключились. Ну, это уже концовка сборов была. Мы там ходили в Алматы самом, на джиу-джитсу боролись с пацанами по грэпплингу. И на лыжах катались. Все равно активный такой отдых и тренировки. Так время пустую не теряли. С кем-нибудь из известных ребят, казахстанских бойцов, вы успели потренироваться? Я просто видел, что в Алматы сейчас был и Дамир Исмагулов, вот боец UFC. Да, мы так с ним пересекались на ужин, там братья приглашали, там на ужин как раз вместе там сидели. А так не проводили с ними тренировки. Там чисто с грэпплером боролись. Такие. Правильно понимаю, что ты сказал, что еще Мансур, да, Учкаев там, и Хасан Магомед Шарипов тоже с вами, да? Да, они тоже с нами были. Сейчас вместе прилетели в Узбекистан. И через где-то 2-3 дня отсюда вылетим домой. А в Узбекистане что вы делаете? Тоже гости там и
по делам. Заехали. Может, как гости приехали. Пригласили. Рядом находится с Казахстаном. Где-то час лететь. И летели сюда. Расскажи немножко, раз Хасан с вами, про него. У него уже серия из побед, и ну, у него есть звездная фамилия. Как ты вот его на тренировках оцениваешь? У парня вообще большой потенциал, как ты считаешь? Да, само собой. Он молодой, еще 20 лет, и на тренировках всем жару дает, любому бойцу, с кем бы он ни работал, и со звездами, и с нами, ну, с любым, с кем работал, он жару дает, еще есть куда расти. Думаю, Хасан себя покажет только с хорошей стороны. Ну, опять-таки, надо пахать, выкладываться на тренировках. Все так легко не бывает, потому что уровень ММА растет с каждым годом. И надо быть лучше во всех аспектах своих соперников. Так что Хасан мы потихоньку готовим. Я думаю, год-два и нормально Хасан заявит о себе на больших аренах. А что по поводу твоего лагеря? Ты также будешь, ну, сначала в Дагестане, да, подводиться, и потом поедешь уже там примерно за 3 там, недели в Америку, да? Не-не, я, скорее всего, сейчас домой прилечу, наверное, маленький сбор проведу дома в своем зале. И полечу, наверное, за полтора месяца туда полечу. Mm-hmm. Потому что чуть дома все равно тяжело готовиться там. И семейная суета, и там суета не заканчивается дома. А там же такое. Никто не отвлекает, и пахать можешь утром, вечером. План такой, сейчас полететь за полтора хотя бы месяца на бой. Основная тема, почему ты ездишь именно в Америку, чтобы никаких лишних не было, да, факторов, кроме подготовки? Да, само собой, потому что с дома полноценно не получается подготовиться. За то, что там свадьбы, соболезненные, ездить приходится, и по-любому хоть дома будешь, не можешь не поехать. Из-за этого чуть отключаешься от этих, от суеты, и хорошо получается подготовиться. Ну, по последнему бою просто я много времени провел в Америке, чуть понял, что лучше все-таки Америке готовиться. А так дома нашел тренировок, спарринг-партнеры, все четко. Все равно это момент, такой важный момент в карьере. Вопрос, который я не могу тебя не спросить, ну, он достаточно очевидный. Твой такой самый серьезный, да, соперник Петр Ян скоро будет защищать свой титул чемпиона первый раз. И хочется, чтобы ты дал какой-то свой прогноз по поводу его боя с Алджамейном Стерлингом. Что ты вообще по поводу этого думаешь? Причем Алджамейн, он же дрался как раз с твоими одноклубниками американскими. Я думаю, такой хороший бой будет. Просто технически Петя, я думаю, мы выше него. Но единственное, джиу-джитсу, ну, грэплинг у него хороший, вот этот Алджамейн. Потому что я с ним в Лас-Вегасе, когда был, чуть боролись с ним, 2-3 раза боролись. Он в зал проходил, где я тренируюсь, и пара остановился на день борьбы. Ну, такой, есть у него этот хороший контроль сверху, чуть спину хорошо забирает. Опасно, есть свои опасные стороны. Ну, бой же начинается в стойке, и я думаю, все равно преимущество даю Пете, потому что Петя более разносторонний, чем он. А ты со Стерлингом только в партере работал или в стойке тоже удалось? Не, я не спарринговал с ним. Два или три раза проходил, он там боролись. Я, Оскар, Тимка, ну все боролись. Там, проходил, где мы тренируемся, на нашей тренировке. То есть, два три раза, да. А в плане антропометрии он тебя удивил? Просто это один из самых высоких вот, в своем весе бойцов. И говорят, что много гоняет. Да, честно сказать, ну я где-то 69 я навесил, я думал, он килограмм, наверное, 74-75 весил. Но он тренировался еще в форме. Да, большой на этот вес, не маленький, но он уже, ну, как бы в форме, да, и столько весит. Я когда в форме был, 69 весил. Ну, длинные руки, такой чуть коряво. Думаю, все равно неудобно, как соперник, который попал в бед.
Есть ли какое-то понимание, контракт на 4 боя в Беллатор, он дает тебе возможность один из этих боев как раз провести за титул? Или если Беллатор захочет, чтобы ты дрался у них за пояс, то придется перезаключать контракт еще там на какое-то количество боев? Не знаю, вроде бы эти менеджеры разбираются. У меня сейчас задача бои выигрывать, и там уже посмотрим, что они предложат. Так, я думаю, могут и дать уже, если этот бой пройду, и следующий бой пройду, три победы подряд. Там немного, на мой вес, немного людей, я думаю, могут четвертый бой за титул тоже дать. Так, мое предположение. У тебя нету какого-то, ну не то чтобы страха, я даже не знаю, как назвать, ну да, наверное, страха, что бойцы в Беллатор, которые становятся чемпионами, а у тебя, ну по сути есть, да, все возможности это сделать, они кабально связаны потом с Беллатор и пока там не проиграют условно, не могут оттуда уйти в другую лигу, в какую-то, ну в тот же UFC, так там и Патрисио, там, да, Питбуль Феррейра, и вот Майкл Чендлер очень давно же хотел уйти, и в итоге только там после поражения ему дали такую возможность. Ты об этом думал? Нет, честно говоря, я точно проигрывать не собираюсь, так что не знаю, видно будет. Сейчас контакт есть, это уже, наверное, больше менеджера разбирается. Это не думал там, я вообще вперед не хочу забегать, потому что депрессия, тяжелая работа, и как-то там думать о каком-то переходе, это как-то неправильно будет. Я настраиваюсь на эти поединки, а потом уже будем думать. Я просто в контрактах, этих моментах особо не разбираюсь, что там может быть. Как-то менеджера, ну, я им доверяю полностью, Резвану и Алину. Я думаю, везде можно договориться, и что-то даже нужно будет. Магомед, спасибо тебе большое за интервью. Интересно получилось. Наших подписчиков я попрошу подписаться на твой Инстаграм. Он появится внизу экрана, и... Может быть, в каких социальных сетях Беллатором стоит начать газовать, отмечать тебя там, писать Магомед Магомедов Тигр, может быть, против Сержио Петиса или Галлахера. Также подписывайтесь на Инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо. Да, конечно, Миша. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.